Данил. Доброе утро! Ой, спасибо. Что спасибо, я тебя задержать хотел. А, то есть так, да? А перед просмотром ролика расскажу о крутом проекте MyCSGO.me. Здесь ты сможешь открывать кейсы CSGO на любой вкус, создавать контракты обмена и участвовать в дуэлях с друзьями. А по промокоду из описания ты получишь вкусный бонус при пополнении. MyCSGO.me, ссылки в описании. Hola, amigos, и вечер добрый, с вами Quantum, с вами Глюк, с вами Джо и с вами сюда. И добро пожаловать. Это CSGO Тревор Маньяк. Всем здорово. Фига, вы зажигаете. Сегодня будет веселая серия. Сегодня на одной карте будет сразу две карты, потому что у нас есть такие вот флешбеки. Желаю вам приятного просмотра, и мы начинаем. Не ломись, Глюк, это громко и страшно. А, боже, так а нахера ты вел? Кругами прошел. Тут вот тут, во. Вот тут. А что там есть? О, нифига себе! Это еще не все. Да хватит там нычки без меня находить-то. Нифига себе, блин! А че? Слышите? Посмотри, что это! Не нажимайте на ловушку, потому что нажимайте этот телепорт из двери. И не ходите в ту комнату. Я понимаю, нам нужен один лазучик, который будет нажимать разбийник, ты понимаешь? Ну хорошо, я могу быть лазутчиком. А как ты понял, что это? Доброе утро! С добрым! Доброе утро! Да в жопу иди, застрял у тебя в носу вообще. Да. А как ты понял, что это телепорт из двери? Так он же засветился синим. Нет, это реально жесткая нычка, это абсолютно жесткая нычка. Вот прям... Да что, у Джо было? Ну это он не найдет никогда, вы че? Это серьезно жесткая. Ты потому что слишком тривиально мыслишь, надо гораздо глобальнее мыслить, чтобы найти ее. Глобальная карта. Тривиально мыслить. Да че, на первом мы все этаже, ты че? Я вижу, что он там надо мной какой-то хмырь прыгает. Да никто не прыгает, как на тобой в подвале только. Я вижу хмыриные ноги в коридоре. Ты что, ты не знаю, ты под полом, ты в подвале, где ты находишься? Какие ноги ты видишь? Я слышал, там какие-то ноги прыгали наверху. Да. Что-то проблемы, вот пацаны. Это доказательство о том, что мы не там. Так а что ты это можно было отсюда сделать? Что, все в одном месте, что ли? Ну, как бы да. Ты не видел меня сейчас? Ну вот он, смотри. Ну вот. С добрым утром пора нажимать, ну. Все так. Просрали. Пацаны, посмотрите налево. А почему? Ой-ой. Доброе утро! Пацаны! Слушайте, да? Понял. Я мог. Доброе утро! Но я тебя пожалел. Да, пожалел. Тебе помешалось доброе утро. Доброе утро! Да ты задрал, ты меня задержишь своим добрым утром! Доброе утро! С добрым утром говорю. Глюк, назад иди, Глюк, назад иди. И чё? А по лестнице пройдешь? Просто интересно. Сможешь? Карнизные войны. Не понял. А как ловушка работает, которая с добрым утром рядышком? А вот как-то работает. Она наверху открывает, посмотри. Это сраная карта. Глюку карта не нравится, пацаны. Она ужасная. Она огромная. Она дура вообще. Иди на второй этаж. Не туда пошел. А, туда пошел. Чего? Ты ДПхнул его? Он с улицы бежит. Это меняет мою ориентацию, ребят. На второй этаж. Иди на второй этаж, Глюк. Глюк, а вернись в дверку. Глюк, вернись в дверку. Оп. Чтобы меня ТП-шить опять. Все бахнули Глюка. На второй этаж иди. Доброе утро! Спасибо. Доброе утро! Не, пропусти его. Иди. Иди еще, иди, вот сейчас. Иди, чего ты? Он и пошел. Куда я делся? А что ты ловушку постоянно перепрыгиваешь? Тебе вот нормально все, да? Нет! Вообще нет! Ну когда-нибудь ты ее не перепрыгнешь, понял? Да в смысле, блин? Я вообще не понимаю, где она. Доброе утро! Туда пошла! С добрым утром! Доброе утро! Да вас Глюка выносит просто! Доброе утро! Ну я могу так сутки здесь сидеть, конечно. Доброе утро! Да хватит! Что это? Кто туда попал? Это я попал это, туда! Это ты не попал. Глюк, он попал. Доброе утро! Спасибо. Это за... Доброе утро! Глюк, а ты где?
хоть кого-то поймать в эту ловушечку. Он на карнизах, карнизный воин. Понял? А, я тебя видел. Я тебя тоже. Спасите, спасите, пацаны. Доброе утро! Да блин, ну почему ты шел же к нему и шел бы к нему? Пацаны, это же топ-контент. Я вот здесь, давайте. Занимайте. Не, я на дебила не похож. Блин, а я думал, это, ну ладно. Я, короче, был... О, разбейник. Сука! Я-то не видел эту херню, вы чё? Обосрал вас. Да что там за херня? А, разбейника да нет. Да это вообще звездец. А вот он. Глюк, ты из одной коробки в другую, так сказать? Ну да. Я не знаю, нычек. Я ориентируюсь по этой карте, конечно, ещё не очень хорошо, но скоро буду как ты, поэтому держись. Держись, пёс. Держусь. Пёс. Серьёзно? Сона видел, да? Да, да. Что ж такое? А я тоже кое-что видел из нычки. А, флешбэк решил словить. Да, стал он за мной бежит. Я решил убежать через другую карту. Короткой дорогой, да? Через другую карту. Я знаю короткую дорогу, пацаны. Я заметил. Да отвали, Димон, да по-братски ты, что тебе надо? Мне нужна твоя смерть. Зачем тебе его смерть? Там двойная дверь, а закрывается только одна, ты в курсе? Тупые двери, да там он кто-то гуляет, иди к нему. Подожди. Да отвали, Димон, что ты бегаешь? Я на прикинь. Ладно, заряжу другого. Не, тихо, я купаюсь. Ну, ладно, Глюк слишком милый, блин. А я тоже такой милый. Да нам закидывает. Беги! Доброе утро! С добрым утром! Это было последнее, что он сказал. Что ты так с ним? Ты заколебал стоять. Не стой, беги. Я прыгаю. Что-то не пошло. Ничего, ничего. Квантум Голд начинает свое путешествие. Квантум Голд? Квантум Голд, я не услышал. Еван Джок, как пьяная семерка по дорогам ездит. Нормально я езжу. Ска! Где дырка непонятная вообще? Да стол, слышь, ты спортивная! Штука! Серьезно? Слышал? О, курва! Да. Ну и там где-то ты между этажами засел. А. Мое! Серьезно? Такая банальная нычка? Так какого застреваю на этих камнях? Я такой же! Сон скучает там просто уже. Ну пусть скучает, чё. Закинули его, капец. Иди нафиг! Ходит он, ищет меня, ходит, бродит. Да не ищу я шепчу просто. А чё за? Чё за нахер? Меня дверью прижало. Иди нахер, дверь. Ска, не понял. Да как вы оттуда вылазите-то? Серьезно? 18 секунд. Беги. Отчухлись, Димон, по-братски. 10 секунд, давай. Держи 10 секунд. Отстань, Димон! Да Димон же ты, паскуда! Есть! Сейчас ты меня видишь? Нет. Сюда одни подсказки кругом. Слышишь, сколько их много? Нет. Врёшь. Ну вот сейчас не вижу. Вернись назад на эту вот рампу. Я тебя увижу. Чё ты на забор сразу полез? У меня появилась одна идея. Так. О.
блядь. О, привет, Данил. О, привет. Что за ошибка, Данил? Почему это ошибка? Вроде бы в маньяка играешь немного, но ошибку такую допустил. Почему это ошибка, Сода? Я просто решил побегать. Я прям за тобой бегу, вот прям нож прям за тобой. Ты Даню знаешь, ему когда скучно, он просто хочет побегать. Эй, а чё мимо меня пробежали-то, эй? Ну а офигеть, он культурно через вход такой вошел. Ты во флешбеке хотел? Да. А они на втором этаже сейчас. Мало. А где Сода? Ты провалился, что ли? Да. Не совсем. Ну куда? А я думал, ты нот провалился. А ты провалился, оказывается. Данил, стой. Данил, стой. Да отстань от меня. Сода, отстань. Да ты чё кидаешь? Я задержал его! Гранатой попал! Пидор! Ой, ладно. Давай, чили-мили. Ну это было трындец как полёно. Вот серьёзно. Димон, ты простишь меня? Ну мужик, что, ладно. Ну вот зацени, просто ладно, зацени, ладно, постой, я помню. На секундочку. Ну хорош смоучить, ребята. Попалить. О, подожди, а Глюк у меня показывается как на небе. Это вторая карта у нас там где-то за небесами. В смысле, кто с дверью балуется? Что за... Задерживай маньяка! Я шатал твои флешбеки, Глюк. Меня искать кто будет, то ё-моё, ну. Что, Данил, я больше сюда не попаду. Я Данила прогнал с этой карты, походу. Отстань! Сначала дымом закидал, потом световыми. Данил, я тебя не видел. Молодец. Я таки вижу тебя снова. И что тебе это дает? Ну, сейчас узнаю. Я так и знал, потому что, Данил, ты слишком быстро прекращаешь бегать. Да потому что, может, я шевчу. Данил. Доброе утро. Ой, спасибо. Что спасибо, я тебя задержать хотел. А, то есть так, да? Но все равно спасибо. Беги! Кабум. Я, значит, его задержать хотел. А ты меня порезал. Ну ладно, ты меня отпустил, поэтому... Отстань. Пидор. С добрым утром. С добрым утром, девочки. Пидор. С 8 марта. Такой вообще. Я попаду в это сраное окно. Hello! Hello! Oh, Даня, да, на ходу генерирую кучу маршрутов, это вообще капец. Жопа застряли! Жопа застряли, хп потеряли. Время потеряли. Это кто кидает? Что за шерсть-то, блин? Данил, ну куда же ты убежаешь? Убежаешь? Куда ты убежаешь, Чубака? Отстань от меня, немедленно, я говорю вам. Боже, ты отстал. Вот сюда не убил бы меня, я бы его точно здесь заступил. Он во флешбеке. Посмотри все три столба, Сань. Вообще-то все стороны облазят. А 8 секунд, а 7, а 6, а 5. Типа... Ух ты ж блэх! Ты меня напугал! Это ж блэх! Не бойся! Чё, где вы сразу, на флешбеке или вы обманываете? Давайте с Джо, Джо, с тебя начнём. Ты на флешбеке или нет? Итак, я на обычной карте. Ага. А я на флешбеке. А я тебе не верю. Сам приходи и докажи. А ты, Глю, где? А он я на флешбеке. Ладно, пойду на флешбек. Когда тебе на руку работает то, что тебе не верит.
Ну пошли вы нафиг, блин. Как-то попасть? Как-то попасть. Отсюда? Как-то через телепорт, Данил. Тварины. Зачем туда попали? Это с угла или с объекта? Это с объекта. С угла. Ага. Так с объекта или с... Офигеть тут нычек. Это с угла объекта, Данил. С угла объекта. О! Один труп. А второй где? Второй упал. Второй где? Урод, дотянулся. Длинные руки, слышишь? А чё ты не убегал? Глюк. Так. Трындюк. Там куда кинулся, я слышал звук какой-то. Было, да. Боже, понятно. Глюк! Глюк, что не так с тобой? Беги, Глюк, утюг. Ой, хорош. Тупое дерево! А ребят, ну что же на этом все? Это был CS GO, Тревор Маньяк и бананы типа тролли. Понравилось видео, хочешь больше, с тебя лайк, подписка и комментарий. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока. Всем бобра. Всем пока, ребята.